Ниндзя! Итак, мы сейчас разбираемся с Андрюхой, а Лёха сидит в запасе. Основная миссия Crusade, второстепенная миссия, как это называется, где можно... Spoils of War, можно точки тырить. У нас по Crusade раз, два, три, четыре ромбиком, и еще две дополнительные в центре, одна еще где-то. Раз, два, три, четыре. Так, Андрей расставился первым, ходит первым. Скорее всего, расскажи, что у тебя. Значит, ну что, у меня есть L-ринка. Посмотрим, как она играет вообще. Что это за зверь такой? Значит, командная ЛР, командная ринка. Тут же стоят девастаторы, три ракетницы, одна ласка. Значит, внутри сидят этот самый хенчманы. Хенчманы сидят вот эти. Это, короче, четыре обычных гвардана. Три сервитора, короче, косплеится с квейсмаринами. Один цайкер, один прист и один инквизитор. Так. Далее. Есть две обычных пачки хенчей. Значит, да, обычный цайкер и два гвардана. Значит, они сидят в разрабеках. С осолтками, с псайболт амунишн, седьмая сила. Окей, и еще одна такая. Да, еще одна точно такая. Так. Значит, в резервах еще у нас значит, сидит командник, который в дропе. Есть инквизитор, он варлорд, мефистон. В отряде две мельты, два щита найдут. Ну, чемпион, это все фигня. Скауты, которых сейчас надо расставить. На фильтре. Да, и ШР с осолкой. Так, у меня все очень просто. Три пачки плагмаринов на ринках. Там плазмы, здесь мельты. 35 культистов, 3 флеймера. Лорд в термоброне с кулаком. Gift of Mutation выпал у него. Hammer of Wrath и Марка Нургла. Есть также Dark Apostle. У него выпал... Плюс один к сейву на гифт мутации. У него Black Mace честный, чтобы всех убивать. Марка Нургла опять же. В резервах у меня два Хилдрейка. Ой, два Хилблейда с усиленными пушками. И один Хилдрейк с Бейлфлеймером. Инфильтра, пацанов. Это не Камаклоки, это Фабулос Клоки. Просто пафос больше и все. Подошли к шестой точке, типа, вот недалеко от меня стоят. Так, перехват. Вот этот специально, что тут на шестой? Черепочек. Наступит ли смерть? Да. Наступила. Слышь? Возможно, спорное решение перехват именно в этой миссии, потому что мы как бы здесь ловим этот эшер на живца. Но... На самом деле это один самолет, прятать от него три своих не так уж и важно, поэтому можно, потому что есть неприятный ЛР, есть Эль-Ринка, которые надо как можно быстрее убить. Например, у Ринки есть орбиталка 7 дюймов, которая нам очень неприятна, особенно с таким полем культистов, и хорошо бы ее на свой второй все-таки нагнуть. Для этого нам нужны самолеты, нам нужны мельты, поэтому мы спокойно перехватываем. У нас это получается и едем вперед, насколько это возможно, флотауты. Надо просто пацанов привести до того, как они начнут по нам стрелять. 12. Даже больше. Храните традиции. Самое интересное, вот это может единственное без отвала. Опа, нормально. Ну правильно, скубаем на шестерочке-то, а? И показывай стол. Движение культей. 4. Я помню, в игре про Жанну Дарк на PSP типа, если ты включал, короче, там, обилку, называлась Godspeed. Типа, персонаж убыстрялся и ходил дальше.
Вот, а в нашей игре называется Степан Спид, и ты дальше ходишь. Миссии мои: безопасность объекта 1, безопасность объекта 1, безопасность объекта 6. Шестая точка вот у меня на пути, и первая точка вот у меня на пути. Я вытащил свои миссии, короче, вот, и теперь мы смотрите, как делаем, у нас же friendly play. Вот, я здесь ринг стояла, мне нужно ту точку скорить, я не знал об этом, и сюда поехал. Я поехал сюда, вот так вот, четернул и, ну, так поехал, да? Да. Еще на 6 там футаут. Вот так вот. Так, и на 6 футаут, честный к пацанам, там, пусть своих... Какого? Плюс, смотри, сюда еще 12, вот так вот, да? И на 6 донышки, да, оба, на 6 к этой точечке, да, так, куда сходить, вот этим десяточек, вот так, чтобы мы видели, вот, путаут на 6 опять же, цена. Сразу же, прям буквально сразу же начинается с веселых вещей, типа перехвата хода, который я, честно сказать, не очень ожидал, потому что я думал, ну, то есть, как, знаешь, такая вещь, которая в теории, конечно, случится может с каждым, но не с тобой, как не хочешь, чтобы это было прям на первый раз. И как-то градус friendly play вот начал заряжаться прямо с первых бросков. Это замечу тот специальный куб, который дал лесник, да, Спейсу. Я уверен, у лесника куча подпиленных кубов лежит где-то там. Под полом. Вот, первый ход, ну, в общем-то, кроме того, что у меня перехватили ход, и вся моя стратегия пошла об косяк, как-то и говорить не приходится. Растянулся на полную мощность, что называется, попытался спрятать тринку, которая командная, и что-то как-то оно плохо спрятал, и не надо было делать так, я, конечно, очень не ожидал, что все-таки перехватит, поэтому с ней у меня начали происходить какие-то непонятности, скажем так. Вот. И на первый ход я ее открыл, скажем так. Вот. И это был очень-очень такой роковой шипы. Вот. Ну что, ну будем делать, что приходится. На нас идут хаоситы, мы их стрелять. Убивать, побеждать. Короче, миссии, значит, точка 2, точка 4 и уничтожить одну летающую монстру или самолетик. Самолетики, в принципе, есть, но я все-таки думаю, что я спину, наверное, эту точку. Значит, Objective 2, в принципе, в пределах досягаемости, ну, посмотрим, что как. И четвертый мы держим. Давайте, выходим, дроп-ходим. Ну, давайте, что? Да. Как байка, босс. Семерка на дворе. Семерка на дворе. Ветер северный. Мне плевать. Ой, лучок. Усаживаются пацаны. Из дроп-пода. В реальном времени показываю вам. Как бережно, и что-то они как-то тянули. Смотри, вот сейчас сделаем, да? Степан стайл пошел, все уже. Friendly game, да. Так, с болтером, с мельтой. Мечом каким-то, чувак. Мефистонище с плазмой. Чувак еще с мельтой, да, щитом. Ну, это я первого нагну. Угу. И с чашей еще бухальщик. Угу. Бомж какой-то, Вася. Вася! Так. Вот смотри, он типа расставился. Нет, еще не подвигаешь что-то? А я померю, что вдруг я тебя начитил, слышь? Вон ничего. А то потом это визгу... Так, 6. Пометка у меня? Да, пометка. В темноте по это самое. Это, короче, бот, а не по вейпоинту. Ага, вейпоинту. Нормально. Lift terrain? Да. Машинка заезжает сюда. Гараж. На 6 дюймов. Зачем ты их высаживаешь? Пусть делает. Я их высаживаю, потому что это потом уедет. Хотя... Их остановка просто. Нет, ну я на самом деле еще не с фортуны хотел кинуть, на самом деле. Ну да, вы правильно, да. Они, короче, решили остаться после уговоров.
Friendly play. Friendly play. Эл Ринко поехал на 12. Да. Nothing to do here. Nothing, вообще nothing. Андроидер отъезжает. Так. Так защищаться можно. Прицеливаться. Так, и отсюда вылазят. Итак, мы кинули Мобилайз единичку, стал обратно резко. Оп. Прицеливайся снова. Мы к победе близки, но смотрите, вот это говно на 2 плюс может очень, сука. Всаживаются чуханы. Микс маста! Go faster! Меф собрался силами и кастанул инфибл и доминейт на главный отряд Спейса. Починка Элера ринкой. 2 плюс. Пацаны, смель с плазмой пистолета, с пистолета с рендингом от этого дебила. Я остался в одном холлпоинте, откинул 1/6 ковер. И у меня Торн Болтер, стрелять из него я только снапшотами могу. Пацаны отсюда из ласки сняли мне один хулпоинт из ракеты. Одна попала, одна не пробила. Эл Ринко из плазмы спаренной сюда не попала. С 6 приролила на 1, перегрелась, сняла себе хулпоинт. Это потому что просто адовый. Вот он нормально кидает. Я нормально кидаю. Короче, Лендрейдер из этой ласки сюда попал. Двоечка на пробивание, третий ковер откинут за руину и ночь. Сюда на 2 он попал, потому что у него баллистик 5 за вот это говно. И 1 на пробивание. Андрею не нравятся кубы и лесника. Мне просто это... Так, что кидаешь? Это мягко сказано, там еще граф-пушка. Граф-пушка, давай. Покажи нам. 5 баллистик, смотрите. С 2. Ты попал. Попал. С 6 сорвало. Ну вот. 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 Ну вон уже сломал. Уже сломал. First Blood, ринка перевернулась, пацаны вышли, никого не боятся. На правом фланге отсюда один глянец, откинули третий, оттуда по полному баллистику уже один пень, откинули 6. Потеряли на Overwatch одного, почарджили с моих плагмаринов. Так, ближайшего? Ближайший сначала. Да. Вы на видео детей вот, чему вот, учите? Вот, ближайший вот дошел. Вот. Челлендж. Так, как где мой отпуск? Как зовут пацана-то? Я еще инквизитор. Леш, пацаны, как зовут пацана? Доминик. Доминик! Эй, мадафака! Хенчман, сука, иди сюда, на! Давай. Давай, заруба, понеслась. Ну чё, ёпта. Сява на припеве. Друзья, видите Боба с самого правого конца? Видите, у него в руках мороженка из какашек. И, так сказать... буквально Андрей поел говна в этом бою. Значит, он меня не убил никого. Я убил 3 сервиторов и рану... Как этот парень? Инквизитор тоже в челлендже немножко помялся. Обожаю, когда я чуть-чуть походил, а противник ходит. Правда, особо ничего не сделал. Перевернул рину, пацанов подчарджил. Не знаю, может быть, стоило их, конечно, за ринкой поставить. Вот, потому что все-таки важнее мельтой нагнуть ЛР. Кстати, ринка очень хорошо подставилась. Я думаю, сейчас с моим Хеллблейдом будет еще поесть. Дракон Мефистона бесполезно сжечь. Он там где-то впереди стоит своим термоармором. А вот неприятных девастаторов, которым можно раздать Skyfire, вот их бы, конечно, накрыть сейчас из огнемета. В бою нам, ну, долго мы будем стоять, 3 раны у этого парня, там плюс этих еще, хотя мы их на 3 плюс с реролом пробиваем. И в остальном мы высаживаемся из ринок, вот только нужно мельты дотащить. Ну, плюс еще ждем, когда наши культисты придут фирлесные с реролами туда, Мефистона, например, гнуть. Пятую точку поскорить, четвертую поскорить. Резервы. Дракон, 2 Хеллблейда. Реролл за нашу тут. И
Да, шестерочка. Мы вышли на 18 здесь, стреляем, мечемся на 36 сюда. Здесь у нас замануха, дракон, короче, пролетел. Вот так вот будет жечь, и второй хеллблейд вот так стал будет тоже жечь ринку командную. И мы попытаемся здесь, наверное, кого-нибудь подавить, но не факт. Ринка с плазмой на 6 вперед. Наверное, будем саживать на 6. Дюйми, встань. Гаминосай. Усаживаемся пацанами. Здесь ставим нашу плазму. Точеную. Будем стрелять в передний борт. Ринульки. Мы хотим танкшотить этих пацанов. Прошли дифтест, развернулись. Нам хотят две фугори мельту. Давай, смотри, две единицы хотим. Почти. Почти. Вернулась наша ринка. Сегодня какой результат? Покажи результат какой. Почему 2-то? Слышь, кидай один, перебросы. Перевернулись, и вот мы так вот высадились нашими плагмаринами. Двигаемся на 6. А, это леда? Леда. Ага, движение, ладно. На 3. Вектор страйк от дракона в этих ублюдков. Чемпион лукаут не откинут, что инвы не откинут, ФНП не откинут, до свидания. Дракончик, даже фарджой пробил только двоих из троих. Сначала 2 единицы, потом 1 единица. Вот убрал таких пацанов отсюда. И с первого же хеллблейда распотрошили Эл-Ринко. 3 пня, 1 глянец. Со второго Эл-Ринко целились, нет, пришлось дроп-пот разобрать. Днище у него отвалилось. Плаги постреляли, третий ингуль, вот пацана там на попе висит, щит откинут, и третий армор. А здесь с плазмы разербэк разорвали. Все попали, 5-3 пня пробили. Пацаны испугались морды дракона. Убегает на 6. Да? Сюда. На 3 спустился, на 3 прибежал, и этот просто вниз стал. Попытка черджа поля сюда на 8-2 за вот этот 10 не получилось, выкинули 7, к сожалению. Очень вкусная мороженка, кушают, никак не могут насладиться, двое аж ноги откинули. И не дожали мы этого инквизитора, одна рана у него, к сожалению, не осталась, у меня никаких потерь пока нет. Иди сюда, дорогой. Ну и демон форж, такой демон форж нам рану снял, к сожалению, Тилнудай не такой Тилнудай. Ну что можно сказать, перехват хода сказывается, сейчас у меня, что называется, прям наказание идет во все поля. Набегают ринки, набегают мельта, плаги, в данном случае, да, не совсем уж мельта, смертники. Полопали, в общем, все мои ринки, блин, называется, вот взял потестить Эл-Ринка, да, вот, короче, взял потестить, на второй ход она уже скончалась. Офигенно потестил. Успех. И мобильнутый лендак, который тоже не починился от этой же самой Эл-Ринки, снова успех. В общем, полна игра успехов. Я помню, как я просто там за кадром мат-перемат за эти единицы. Это просто там единицы были в самые неподходящие места. Ну, собственно, вы видели. Это просто, конечно, ужас какой-то. Рак кубов начался прямо с утра, и прям friendly play просто во все поля. Это, наверное, третье во все поля, которые я уже говорю, да? Ну что ж, пробуем сейчас контратаку. Они подошли, вскрылись, скажем так, подставили свои мягкие места, и сейчас выйдет мой ШР и будет накидывать в панамки. Опять же стоит мой лендак, который тоже уже готов накидывать со своим скайфайром. Очень надеюсь выжать все небо за этот ход. В принципе, шанс такой очень даже есть. Я считаю, им надо воспользоваться. Тупанул я, конечно, с чувачками, со своими хенчами, и почаржился в плагов. Вероятно, не стоило этого делать, но как-то на тот момент особо не приходилось там.
задумался, точнее, я задумался, но меня подгоняли. Потому что кто медленно играет, я медленно играю. Вот. Ну, в целом, да. Будем контратаковать и оплакивать наши разоры. Будем мстить за наши мертвые ринки. Миссия выпала бладам. More speed, go faster! Красные блады вперед рвутся, смотрите. Вот они все, да. Ну, естественно, на самом деле, это поскорь четвертую точку, которая у нас... Вот она. Самолет вышел из резервов. Нацелился на моих пацанов. Как Андрюха должен разлупнуть? Усаживается здесь. Своими хенчманами. Согласен. Пинья. Устанавливаются девастаторы. На два идут скауты. Подвигаются ко мне парни с мефистончиком. Психофаза, ну, естественно, куча единиц, но скастили Мисс Фортуна на этот отряд Инфибл. На пятно. Да, на пятно. Но. И на себя Форсун. Под Мисс Фортуны, отсюда и шотганов, мне один рендинг упал, чувак, отсюда и без Мисс Фортуны. Правда, обменялись единицами, обычный сейф мне принесли, три раза попал, две единицы, я единица на арморе, единица на ФНП. И отсюда еще один рендинг, я кинул честную ФНПшку. И Шер смельт и глянец, не откинут за уворот с ракет, еще глянец, упали вниз, долбанули вот этого дебила, но он не откинул лукаут, но откинул, к сожалению, армор. А это у нас сосолтки в Hellblade. Сосолтка, блин. Сосолтка! Девастаторы в мою ринку сняли холлпоинт, я не стреляю, вернее, снапшотами из болтера, like a boss. Изграв пушки, один выбиваю сюда, 4 плюс не прокинуто, 3 плюс не прокинуто, и еще вот на 12, вот сюда мы отлетаем, 12, и раним целых двух своих. Карма? О, бич. Ничего не знаю. А вот это пробитие двух культистов. Журавлев ставил. Карма, бич. Чардж. Не 2. 4 только. Ну, 2, короче. Да? Да вряд ли, 2 там дюйма есть, в любом случае. Давай, иди. На 2. Так. На Overwatch пропали плазмы и на 4-й ковер откинули. Чардж пацанов моих. И фистон ко мне пришел. Рулеточка. На 10 идут. Нет. Вот. Здесь нас навернул мефистон на двоих. Вот эти все шести атак попали, одну не пробили. Эти парни мне никого не убили, только пришел ко мне твой инквизитор, да, убил одного своей шашкой. И в челлендж я завалил чувака, кинул 6. Дарк апофеозис. Добрый вечер! Вот эти два бомжа пытаются бить моих, поесть говна с палочки, вот намекая на справа, опять же, все-таки он в руках там, мороженка говняная, вот. И говно, оно кушается вот так вот. С шести, понятно, что пробивают. Это который раз уже кидаю. Вот тем не менее, чем ты расстроен, я не пойму. Что плохого? Что ты сбил два самолета мне в ход. И что? И. Мы играем про самолеты, все, правильно же у нас? Самолетная миссия, видишь, твой жив. Мои мертвые. У меня ДП. Что не нравится? И как наглая кровавая морда, все заскорила вообще миссии, какие были свои, мои, без разницы, вообще без разбора. Четвертая точка, вторая точка, сбил флайер, и мои тоже отнял. Пятая, четвертая, все его. Недоволен, да? Нет, недоволен. Вообще недоволен. Ужас, кошмарный все. Парни, ну вы видели вообще кубы, которые я кидаю, а? Нет, а мы не снимаем кубы. Ты же сам сказал, что кубы не снимаем. 1-2, просто адовый ад какой-то. И поэтому он сбил... That's my line! Как-то всегда грустно, когда против тебя всего лишь один самолет, у тебя три, и два из них падают сразу, ничего не сделав, мы не откидываем у вороты, ничего не откидываем, даже вот, ну, короче, вы сами все видели, даже то, что ДП родился, ничего такого вот особого нам не делает, да, он вышел из боя, это клево, у нас появилась модель, которая не завязана так, как видите,
мы не смогли свои мельты дотащить все-таки до лендрейдера, и ДП что-то может. Там вернулись девастаторы дебильные обратно, и сейчас я буду думать, что чаржить ДПшкой. И я застрял в комбате, это очень плохо, я думаю, что все-таки зря я высадился вот так вот, получил чардж в отряд, в оба отряда. Собственно, я думаю, если бы я их поставил за ринкой, то как минимум, скорее всего, Андрей пошел спасать своих хенчманов. Вот. И у меня отряд смельты, да, он был бы далеко, но он был бы свободен. А сколько бы тот выдержал отряд против Мефистона, не знаю. Ну, может быть, они поставили ход. Может быть, я дотащил бы мельты. А сейчас они просто стоят там и гниют. А я как бы... Меня Фарсой с АП-3 мочит. И еще Мефистон свои 10-е силы херачит. Ничего хорошего. Оберейшн кидаем на 5. Это что такое вообще? Это движение до... Короче, там... Переливается в небе. На D2 плюс D6. Как-то вот так. На оберейшн встану. И, соответственно, после этого получу. Пихайте твои мягкие. Дюми. Так, а что у него там? Я хапушку. 6 выстрелов, 7 сил с ранином. А, супер. И с реролом. Так, теперь ДПшечка. А, и с реролом на что там? Рерол. Единицы? Единицы, да, на трейд. Так, кидаю. Движение. Естественно, 3 это максимально, да, там надо найти. Ледачок не надо кидать. Мы сюда два глинца, два пня с автопушек, с наших замечательных. И не прокинут только один пень. Все остальное 4 плюс откинуты. Мы повесили и мобилайз, и даже 3 плюс он тоже откинул. Заслышав басню о том, что у нас некоторый мобилайз навесился, наш ДПшка такой, чё-чё, слышь, мунволкает на 4 назад, такой друг-друг-друг, и встает ровно там, где должен встать. Я мерил, 3 дюйма мне хватало, чтобы тебя перегородить. 1-2 я бы не доходил, а с 3 я уже все ему перегораживал. Вот на 18 он должен полететь, а тут, сука, кто-то на земле стоит, как, что делать-то? И бух, упали. Ну и наши дебилы, 3 дюйма, они входят в ход, и те пройти не могут, потому что див в черджи они не дошли вот на это расстояние. Вот, на дюйм могут пройти. В этом бою мне ничего, и я одного убил. Пацаны хотели бежать, но я догнал. В этом бою мне навернули 4 пацанов. Остался один лазер там, и вот здесь еще у нас остался Сэм. Вот, только лазер смог убить. Приста наконец, на 8-м сейве, а 4-м он все-таки отъехал. Вот думаешь тогда? Ну вот да, вылетел ШР, да, все-таки лопнул он дракона, что довольно по статистике уверенное такое действие, то есть мельта, блин, господи, это мельта, от нее вполне можно не прокинуть у ворот, и спейс не прокинул, естественно, но в любом случае там дальше еще ракеты, асолтка, которые ушли, по-моему, в Блейда, что, в общем-то, тоже, как бы, Блейд, он так стоял совсем рядом, что не пострелять в него было очень большим грехом. И десятая броня, она, конечно, для флайера не так, чтобы очень хороша. То есть, вот посмотрев на другого, да, последнего, третьего блейда, вот можно понять, собственно, как ими надо играть. Это вот они должны где-то там летать и вообще не отсвечивать. А вот, ну, дракон, правда, ну, дракон был трупаком, это уже было понятно. Далее тоже в ход пошел Skyfire с Лендака, тоже он прочистил немножко небо. Ну, в общем, довольно такие ожидаемые результаты. Но в любом случае у нас все еще комбат с плагами, который очень печально для нас заканчивается постепенно. Кончился наш прист. На другом фланге тоже не все так радужно. Наши скауты, почарджившиеся в плагов. Я не знаю, зачем я это сделал на самом деле. Я забываю напрочь об этих блайт-гранатах, которые есть у плагов. И, то есть как-то они где-то там
вверху-то где-то витают, да, они вроде как есть, а вот когда вот прям вот с ними играешь, ну прям ну, хочется. Вот, в итоге скауты нифига не делают. Вот всем тем, кто говорит, что какая разница, что у них там ВСБС, вот эта вот разница, вот она разница. Вот, потому что они практически там, по-моему, только двое попали или около того, то есть все очень печально там, и скауты, скорее всего, сдохнут. Вот, и все, а у меня, по сути дела, ничего не остается. У меня остается мой Боинг с Мефистоном, и у меня остается мой Ландак. Да, есть еще ошметки небольшие девастаторов. И, по сути, воевать-то мне больше нечем. Миссия на третий ход. Secure Objective 3, Objective 5 и еще провалить что-нибудь. Итак, феерическое падение. Black Hawk is down, летит сюда. Бум, давай, где он? Короче, здесь шаблон. На 7 он сместился, лорда задел, лорд скинул какую-то шваль ему. Как тебя звали, чувак? Роберт упал, Братеон явно. На 6 парни забираются. Руиночку. Куда-нибудь стреляют. Поехал. Азербайк. ДПшка словил из ласки с девастаторов, с ракеты с девастаторов, с ласки с лендрейдера, не откинул ни одного четвертого ковра. Кровицапа сюда ничего мне, моих пацанов на шестерке не смогла с реролом. Резербэк в мой Хеллблейд ни разу не попал с реролом, я поджинковал. ХТХ навернули, 4 атаки им сделали, пробили вернее браны, они умерли все. Здесь убили мне с Инквизитора и держит за ручки всех Мефистон, не может, не знает куда деться, поэтому били здесь только троем. Занесли мне, естественно, одну рану. Вот смотрите, мы откидываем, как всегда, это эффект одной раны, сука! Пятый ФНТ, пожалуйста! Есть! Да! Сука! Да! Наконец-то карма возвращается. Пятый Objective сделан, третий скинут, остался только Psychological Warfare. Андрей любит рассказывать, какой он рак по кубам, как все проваливается у него. Но сами видели, да? Где хотя бы один сейв? Дракон нет, Хеллблейд нет, ДП нет. Три раны всего, три раны приходят к нему. Ни одного сейва он не прокидывает. Одна рана приходит последнему плагу, он ее не откидывает. Как играть в этих ситуациях? ДП, он еще ничего не сделал, просто родился такой, только познает мир. Сука, ему сразу из ласки вдолбили, из чего только не вдолбили. И вот с одной раной что делать? Он на овервотче может. Я уже видел, кстати, это как на овервотче. Он в Дарков пошел, Дарк Эльдар. И с какого, просто с какого-то говна там четвертой силой умер на овервотче с одной раной. Нет, что делать? При этом стоит лендрейдер, я его по-любому не убиваю с одного пинка. Вот я могу, да, с мышом такой бах. И чё? И ничего. Он дальше меня расстрелит из чего угодно. Придется, значит, девастаторов бить. Плаги кончились. Мефистон освободился. Что делать? Мое пятно все еще идет. Короче, единственный лучик в этом царстве тьмы — это то, что мои плаги наконец-то наказали скотов. И сейчас там будут нагинать последний рейзер. За этого оберейшн на 6. Так, значит, нам нужно как-то 6 плюс 8, 20. 6 до 6. Мы на 8 можем подвигаться вообще. Пацаны, так вот тут, как-то вот так вот выстроились. Дюймы друг от дружки. Так, это говно подвигалось. Ускорить на всякий случай точку. Пострелять в этих дебилей. Ход этих. На 4, вау, они ускорились. 4. Лорд отсоединяется, идет сюда вот. Парня одиноко убить. И 3D6 в дифтерейн. ДПшка на 5. На 5 это сюда. Восьмой льдачок, это не его? Нет, не его. Не его. Отстреляла Рина, двоих, последний убежал. Значит, самолетик мой навернул первый результат. К сожалению, один раз пробил, но снапшотами еще три раза попал, нормально уже. С гранатой не попали, к сожалению. Две шестерки, мой ДПшечка в
входит в пацанов. Но... На Overwatch из Мельтона бедного Криса убили Тейлора и Колин на 5. Надо. Да, ходит. Оставляем всех остальных. Лорд на Хаммер Фрассе парня убил. А вот здесь мы соснули, потому что попали один раз и не пробили гранатами. ДП здесь всех навернул ему. Ни один раз мне даже не попали с 5. Консолидация на 1. Остался здесь. В бою мы потеряли, ну, как-то столько вот наших честных пацанов бомжатских. Вот. Естественно, на пайлыне мы не дошли, как и ожидалось. И вот так вот стали, не ударив ни одного раза. Мы из забора вышли уже. Вот Space любит жаловаться, что у него постоянно единички, двоечки, все это плохо у него кидается. И вот начинается, ДПшечка выходит, и две шестерочки надо идти к девастаторам. А они так хотели жить. Эх, короче, не живут они. А еще до этого, прежде чем сделать эту великую подлость, произошла такая замечательная читня в Ахе, как... как вы знаете, самолет, да, который не может нормально прилететь и встать подставочкой. Самолет на иммобиле пролетает 18, если там что-то ему мешает, он падает. Ну, естественно, что Space, заприметив эту штучку, сразу же решил ей умело воспользоваться. Это вот, знаете, вот, да, вот типа вот ДП ничего не сделал. А ДП это он уже окупился сколько раз. Это он, получается, сбил своим бедром или что он там выставил на подставку, уже целый ШР. То есть это довольно печальное событие и довольно нелогичное. Вархаммер меня бесит такие события. Но это был умный ход, стоит признать. Ну а в остальных местах все довольно тоже как-то... С одной стороны, да, плаги не добрали, недоразобрали мой разорбэк. Это хорошо. Но с другой стороны, мой разорбэк не разбирает этих долбанных плагов. Я все никак не могу то не попасть, то не пробить. То он кидает свои сейвы, а шестерки с рендингом не выпадают. И что-то совсем беда. Собственно, остается у меня лындачок мой. Остается Мефистон, который обмазывается по самые помидоры. Что ж, будем встречать сейчас пятно. Предварительно, конечно, надо на него кинуть инфибл. Потому что очень печально. Если в меня прилетят третья сила... рольчиком, да, я знаю, как может зайти эта фигня. Очень больно. Так что как-то надо будет принять меры предосторожности. Вот, а на дальнем где-то краю там скорят точечку. Очень так, спасибо чувачкам. И подумать, да, отряд сколько там? Это... Отряд 18 очков, дает один варп-чар, скорят точку, стоят, никому не мешают. Шикарно. Да, надо будет побольше взять их. Четвертый ход Баладов. И миссия 1-1, осталось еще Psychological Warfare. Едет через моих честных пацанов. Не хочу Дефа в горе делать, наверное. Дюймер просто. Фаза магии, 6 кубов на касты. Пытались инфимлют навесить, мы отменили. Форса, доминейт не прошел. И Варспид. На где он, господи, прячется, как всегда. Меф прячется, так завелось. Сосиво! Из ласки в ДП попал единиц на пробивание. Из своего гравика 3 раны сюда. 5-й инвулит. Ту-ту-ту. Все откинуты. Назад из своей ссаной осолтки попал 2 раза с реролами. Пробил 1 раз и все равно я кинул вот так 1 и 2. Взял не те кубы, выкинь вообще их. ХТХ мне нарубили вот только, что меньше уже. Пацанов без этого даже. Вот это из другой пачки. К сожалению, булава 1 был не откинут, армор от нее из 5. И ФНП с... Вот, а поэтому раны с нее не кидались. Ничего не выполнил, сбросил первую точку паской. Скажите мне, друзья, я всасываю, потому что мне кажется, что я всасываю. У меня, в принципе, нет каких-то... перспектив. ДПшка и лорд, вот он клево откинул, молодец. Я как-то все время забываю, что там на этом супер клевом лендрейдере стоит не болтер спаренный, а все-таки граф пушка. И вот эти 3 пятерки, это какая-то вот, типа, знаешь,
сидит такой бог, какой бог? У меня Смарк и Нургл. Это Нургл там сидит такой. Нургл. Да, Спейс, что-то ты тупой, как валенок. Забыл ты, програв пушечку. Ну ладно, я тебе 3 нуля дарую с плеча. Вот, но сколько мне будет так вести? А кулак плюс освободившийся ДП, это все равно не минус ЛР никак. Ну, то есть это вот супер должно провести, что я, значит, пришел из 4 атак, я сделал 3 гленса и еще 10-й силой там своей тоже что-то пробил. А на следующий ход меня опять в одну рану стреляют из ласки и наваливают с граф пушки. Вот. Мои культисты уже, понятно, ничего не сделают. Мои плаги будут опять долбиться в ездящую мимо Razorback. И там точки скорят, на которые мне тоже отвлекаться самолет. Сейчас ничего не может сделать. Просто некуда разворачиваться. Какой-то, короче, сосиво. Сосиво. 5-й ход ХСМ нам пришла в тылу врага. 12 дюймов осталось еще и маркеров в 2 раза больше. И крупную дичь какую-то навернуть. Например, вот эту. Ну, хотя бы вот эту маленькую. Улетел. Мой лорд на 6 сюда. ДП остался рядом стоять. Эти в ХТХ. Двигаться больше никем не можем. Эти здесь стоят. Плазмой мы попали оба раза и не пробили здесь, нифига не убили здесь. Мы в ХТХ сняли 1 хулпоинт с помощью вот этого смеша. Ничего, кулаком своим не навернул, надо было уметь там бомбу брать. У меня 7 трупов в этом ХТХ. Идут, мычки стали тоже мереть от культистов, причем 3 умерло с 5 атак. В челлендже Мефистон против моего апостола никто никому ничего. А, я единицу, естественно, кинул на Demonic Weapon, но откинул 4-й инвуль. Даже попал 1 раз в него. Пробил. Так, я сделал лайнбрекер. Иди, убиваю. И ничего, это я не сделал, это я не делал. Ну, опять же, у меня началась какая-то дикая неудача. Вот, казалось бы, стоит такой сочненький ДПшечка. Вот стреляй не хочу. Стреляю. Пробивать не хочу вообще никак. Стоит такой вкусненький лордик. Вот думаешь, так вот сейчас вот постреляю, вот сейчас вот снесу, сдую эту нурглицкую всякую пыль. Нет. Он откидывает 3/5 сейва. Ну как? Ну как? Как тут можно вообще играть? Они еще говорят, что у меня нет рак-кубов. Да, в общем, ситуация примерно все та же. У меня начался гранд пятна. Я просто... перемалываю. Мефистон наконец нашел свою идеальную цель. Это перемалывать бедных бомжей. Ну да, бомжи, конечно, кончаются. Соответственно, кинуть сразу же челлендж не удалось, потому что он не дотягивается. Ни до сержанта, ни до самого апостола. Хотя, блин, апостол, честно сказать, очень неприятный так-то товарищ получается. В 2+ стоит. А у меня АП-3, и не факт, что я ему что-то там занесу. Так что... Хотя, конечно, Black Mace у него мне совершенно не страшен. Это АП-4, это, конечно, да, как-то... Вне формата ДП Black Mace, конечно, что-то как-то не очень впечатляет. Ну что ж, на другом фланге у меня опять все плохо. Мой разрабек опять не добивает этих долбанных плагов. Я уж не знаю, что там делать. Собственно, на него сейчас залетает уничтожитель самолетик Blade. И я думаю, что, вероятно, он кончится уже сейчас. Потому что что-то он разор живет явно больше, чем ему отведено. Вот, пытаюсь как-то на всем этом безумии выполнять еще миссии. Кстати, они очень неплохо идут, я так посмотрел. Ну и... все, делаем, что можем. 5-й ход бладов. No Prisoners к ним пришел. Уничтожить комплитли. И Секьюра Мэджек текла один. И за пин фиртест что-нибудь еще. Вот, поехал. Дурында, не могу добить это говно. Просто не могу. Так вот, так. Фаза магии, инфибус кастовали, скастовали фарспид. Не скастовали, нифига фарсум. Да, давай. Ласка в Демон Принц. Демон Принц. Ой-ой-ой. Попало. Пробить. Пробило. 5-й инвуль. 5-й инвуль.
Это не он. Ну и теперь не получилось откидать. 4 пришло мне. Сейвап. Умер пацан. Всех убил говно. Упы убил еще одного. И меф с 6 атак навернул моего. Я 2 единицы скинул. Несмотря на то, что не было фарсы. Потом эти дебилы навернули мне 1, 2, 3, 4, 5 чуваков. Две девочки одну рану донесли все-таки. Но потом, даже кинув 1-2, все-таки не удержались в бою. Побежали, кинули единицу. Умерли бедные девчонки тоже. Вам и еще все еще первую заскорил сразу. Провалил ледак. No Prisoners тоже убил отряд. Все сделал. К точке пришел, собственно, вот этой первой. Такое сложно комментировать. Вот как-то, знаете, и сам дурак, и кубы и дураки. И что тут скажешь. Просто вот... Опять я что-то забыл про пушку. Надо было обойти просто с другого конца. Хотя, скорее всего, не дошел. Сам 6, если я к нему не подошел, то вряд ли бы я подошел сбоку. А как вы помните, чарджиться нужно по кратчайшей. То есть я в гусеницу бы пришел, все равно в арку бы влезал, играв в пушке. Вообще, какая-то очень безнадега, все проиграно. Я надеюсь, лесник отомстит этому негодяю, который типа кубы плохие, да, да, рассказывает он. Шестой ход, мне пришло псайкера убить, очень надежно один здесь, и там. Выходим нашим сюда, в попу сжать ее. Мы нажмем этот разрывбэк последний, я не Рин знаю. Еще покатайся, чтобы в попу. Рин, да. Смысла не знаю, есть, нет. Как-то там. Нет, можно было в жопу пострелять и болтать. Я точку хочу ускорить наконец схожу. Отсюда вешаем мобиль с плазмы, даже перегрев у нас случился, выжили, правда, и все-таки сломали 55 очей, сколько там у нас стоит. Ха-ха, и карма таки возвращается. А, к концу, наконец-то, у меня поперли кубы, поперло хоть какое-то подобие статистики. А, вот, соответственно, лорд и ДПшники, которые, собственно, не убивают мой ЛР, это было просто... Я этот ЛР похоронил уже, наверное, хода 2 назад. Потому что он живет как невероятными какими-то усилиями. В общем, зафейлился лорд, зафейлился ДПшечка. ДПшечка умирает там вообще без вариантов. А лорд не откидывает, собственно говоря, свои 5-й инвули, как он делал это в предыдущую фазу. И в итоге ЛР... ДПшечка и лорд плюс ЛР равно ЛР без ДПшечка и принца, точнее без ДПшечка и лорда. Но в общем-то как-то было впечатление, что у меня в тылу уже все очень плохо, но как-то внезапно оказалось, что в общем-то все и неплохо, и как-то я даже поверил в свою победу. По точкам тоже все вроде как неплохо идет. Единственное, что самолет мне, конечно, сбивать все еще нечем. Точнее, у меня есть ЛР, но он иммобильнутый, и Space, в общем-то, вряд ли выведет мне прям подарку стрельбы этот самолетик. Тем более, что застрял я в руинке, блин, долбанной этой руинке, в самом начале, с которой очень тяжело стрелять по линии видимости. Собственно, мой разор, как и предполагалось, быстро кончился. Неудивительно. И самое, что хорошее, это мы дожали пятно. Пятно, наконец-то, сдалось. Форса, вошедшая в апостола, хорошенько ему так зашла, прочистила ему все трубы, и он, соответственно, кончился. Оставшиеся бомжи тоже ничего не смогли сделать. Да, там, по-моему, осталась одна девочка, а она убежала. Вот, это минусы содержания девочек в своей армии, они бегут. Вот, а далее, что рассказать далее? Далее мы консолидируемся к точке, спорим. Я надеюсь, что я победил. Шестой ход бладов. Так, пятую заскорить, шестую заскорить или опять шестую заскорить? Разошлись, эти один. Остались на точке, этот меф бежит. Мефистончик подбирается и из ласки попасть, пробить, все хорошо. Я дебил, мог посмотреть и вскрыл бы тогда, вообще третий ковер кидал. Но мне это не помогло, кинул двойку на ковре. Нет, шестерки не было, всего лишь стунт. У нас осталось 3 модели, мы попытаемся как бы только минимизировать потери, потому что выигрывать тут уже нечем. Но, как бы, ситуация не так плоха.
не так плоха, потому что Лендрейдер смотрит немножко не туда, у него только ласка в нас ворочается. Мы, в принципе, на точке, которая является точкой для основной миссии. И у нас еще есть как бы самолет, который, ну, подцелеть-то к нему, конечно, нет. Он может только накидывать ведра кубов пацанам, и все. Пацанов-то тоже особо нет. Закончились транспорты. В общем, мы скорим одну точку, скорее всего. Не знаю что. Мне можно поскорить пятую точку в этом, но вот она у меня скорится, лайка, босс. Естественно, уничтожить вражеского варлорда, который его негодяй бесит меня, дебил, смотри. Слышь, Вася! Парень в риночку сел. Риночка бортиком отъехала. Бортиком махнула? Да, есть. Так, 24. Просоем. Про самолетик. Самолетик на 7. Пробирателься. Развернулся, пролетел так, что только этого варлорда, короче, накрывает. Мне как раз надо варлорда убивать. Так, у меня кончились, да, рейнинги? Да. 4 обычных сейва, 1 рейнинг. Убили всего лишь мы этого потекаря жесткого. Парень отстался. Из плазмы там пытались, наверное, сначала, из болтера нет. Не смог убить варлорда, но смог за пятое захватить точку. Захватил ее раз жестко! Внезапно. Кинули продолжение хода. Ну зачем? Зачем? Мы и так долго играли тогда, а тут еще ход прокинули. Ну, в общем-то, ход, в котором я... день, в который я сделал ничего. Ласка, которая видела там кусочек гусеницы, ничего не... А, нет, она как раз-таки попала и даже нанесла один гланс. Вот молодец какая. Но это никак не помогает. Ринка жива, она спорит точку, очень важно. Ну и все, дальше я как бы рассчитывал, что все-таки это будет конец игры, поэтому отсоединил Мефа и побежал в центр поля, возможно, поскорить точечку, но он как-то не добежал, мы прокидываем ход, и вот сейчас он стоит и не знает даже, что делать. Причем как бы ни Римку, ни Плага, который убежал, он тоже не видит и не достает, поэтому пострелять он не может. Хотя у него хотя бы есть плазменный пистолет, с которого он бы в теории мог бы дожать эту долбанную Римку. Но все, что, собственно, делать мне больше нечего. Я бегаю, что-то кастую, ничего не кастуется. Ну, вы видите. Седьмой ход Владов. Достали третью точку и хотят чего-то, чего-то хотят. Да, давай, да, Мефистончик остался голубой. Вот, это тоже какой-то сиреневый, и вот еще говна кусок. Вперед, вперед, мои верные воины. Иди. Флит, значит, 3, да? Флит. Какой флит 3? А, ты через это? Нет, флит, это муфрукавер, Андрюш. Муфрукавер дает тебе 3 куба, а флит дает, знаешь, что, рерол. Бегай и чержа. Нет, давай, ты сможешь эту точку, взять ее жестко, давай. 4. Опа, фарспид тебе поможет, скажешь? Пришел. Вася, пришел. Вася. И блады, значит, Мефистон ничего. Это попал, пробил, я откинул третий ковер, спрятавшись. Сюда стреляли, не попали с майта. Шестую точку. Два раза где? А вот здесь. Да. Лайка босс отскорил. Итак, я скорю точечку. Андрей скорит точечку. Андрей, и у меня... это... Да. Тоже объект, да? Вообще круто. И, значит, здесь тебе еще плюс 2 за First Blood и Warlord. Итого. Здесь 11. Соответственно, 13, соответственно, у тебя 4, 15 поинтов. У меня всего лишь тут 6, плюс лайтбрейкер. На счет моих пацанов 7 всего лишь, к сожалению. На столе остался один Hellblade. 240, у меня 440 осталось. Один пацан, одна Рина, один Мефистон, один этот самый Инквизитор и один недобитый Лэр. Ну, в общем, я как зритель этой игры, во-первых, она была очень долгой. Я чуть не уснул, пока они играли, потому что Андрей, хоть и Блад красный, но он медленный. Вот. Он еще зачем-то вылез из своего лендрейдера, поставился под чардж, но Спейс его почему-то не наказал. Также Спейс ракал, потому что он это долбанное пятно.
вел всю игру он ее вел, и так и нормально не довел. Ему нужно было в первую очередь поставить правильно Аегис с выходом, чтобы культисты станцевали цыганочку с выходом и дошли бы нормально до чержа. Ну и, как обычно, оба вайнят про кубы, но я могу сказать, что они оба раки сами виноваты.